Кубик Рубика. Навряд ли эта головоломка прошла мимо вашего детства. Это видео посвящено самым интересным фактам, связанным с этой игрушкой. Приветствую вас, друзья! В этом видео я расскажу вам самые интересные факты о кубике Рубика. Годом рождения этой головоломки можно смело считать 1974 год. Венгерский преподаватель архитектуры Эрньо Рубик хотел с помощью этой головоломки лучше объяснить своим студентам принципы работы трехмерного пространства. Принцип работы кубика мгновенно поразил всю аудиторию, а его изобретатель понял, что благодаря своей компактности и простоте кубик может пойти в массы, и спустя 6 лет в продаже появляется первая копия. По статистике, каждый пятый человек на нашей планете держал кубик Рубика в своих руках, но собирать его могут только 5% от общего числа пытающихся. Однако, научившись его собирать, люди непременно стали соревноваться в этом друг с другом, а скоростная сборка кубика Рубика стала отдельной спортивной дисциплиной под названием Speed Cubing. На данный момент мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика – 4,59 секунды. Также эту головоломку не обошли своим вниманием люди, занимающиеся робототехникой. Ну нахер. Отец! Мировой рекорд по сборке кубика Рубика роботом – 0,637 секунды. Разработчик головоломок Тони Фишер потратил немало своего времени, чтобы создать самый большой и самый маленький кубик Рубика на планете. Размер грани большого кубика – 1,5 метра, а маленького – всего 5,6 миллиметра. Обе головоломки полностью функциональны и занесены в Книгу рекордов Гиннесса. В честь 15-летия головоломки ювелирная компания Diamond Cutters International выпустила свой кубик, сделанный из золота 750-й пробы, украсив каждую его грань 25 драгоценными камнями. Цвета граней кубика были воспроизведены аметистами, изумрудами, бриллиантами, сапфирами и рубинами. Эта головоломка полностью функциональна, и ее стоимость составляет 2,5 миллиона долларов. Знаете ли вы, что существует 43 квантиллиона всевозможных состояний кубика Рубика? Чтобы показать, насколько это большое число, на официальном сайте головоломки приведено такое сравнение. Если на каждое состояние взять по отдельному кубику и составить их в ряд друг к другу, то этот ряд растянется на 261 световой год от нашей планеты. Либо мы можем использовать эти кубики для того, чтобы укрыть поверхность нашей планеты в 273 слоя. Но несмотря на это, учеными установлено, что из любого положения можно найти решение головоломки за 20 ходов включительно. Кубик Рубика, где и как его только не собирали. И под водой, и с закрытыми глазами, и ногами, и жонглируя, перечислять это можно бесконечно. Не обошли своим вниманием эту головоломку и фокусники, изощряясь с кубиком Рубика по-всякому. Но по-настоящему популяризировал эту игрушку в мире магии фокусник Стивен Брандейдж, выступление которого вы неоднократно видели на просторах YouTube. В 2015 году он совместно с компанией Murphy's Magic создал обучающий продукт под названием Cube, приобретя который любой желающий может научиться фокусам с кубиком Рубика. После создания классического кубика Рубика началась работа над его аналогами с разным количеством движущихся частей, лидером из которых на данный момент является кубик Рубика 17×17×17. Эрньо Рубик уверенно продолжал работу над такими головоломками, как змейка Рубика, шар Рубика, выкупил права на часы Рубика и кольца Рубика, однако ни одну из этих головоломок не ждал такой же успех. Многие ученые и по сей день пытаются изобрести в мире головоломок что-нибудь оригинальное, но, как мы с вами можем заметить, по популярности кубик Рубика обойти никому не удалось. Если это видео было для вас интересным и понравилось, жмите на соответствующую кнопку под роликом. Рассказывайте об этом видео вашим друзьям, подписывайтесь на канал, и мы обязательно увидимся в следующий раз.